А жизнь она идет, идет, и в ней столько тонкостей. А то дорожку повернет, станет больше громкостей. Яркими примерами здесь доказывают, человек, лишенный зрения, может не только вернуться к полноценной жизни, но и преуспеть в ней. Аркадию Плеханову 17, он почти не видит с рождения, но, несмотря на свой недуг, играет на гитаре, пишет стихи и песни. Как таковые ноты, я не знаю нотную грамоту, а пользуюсь современными технологиями, то есть компом, компьютером, планшетом. Вообще, изначально я учился на пианино играть, но клавишное это не мое, потому что слишком академически, то есть нету какой-то души в инструменте. Тобольское общество слепых существует более 70 лет и объединяет порядка 300 инвалидов по зрению. В обществе кипит работа. Слабовидящие и незрячие табляки приносят в городскую копилку награды из разных сфер деятельности. Мы проводили прекрасные мероприятия как для взрослых, так и для детей. Сегодня у нас завершающее мероприятие – это творческое ярмарка. Наши активисты, наши участники художественной самодеятельности приняли участие в областном открытом конкурсе, фестивале «Я радость творчестве и дружбе нахожу». И среди хоровых коллективов мы заняли первое место. Первое место с областных соревнований привезли и спортсмены. Шахматисты и шашисты в областном турнире обошли 11 команд. Победы достигаются упорством. Просто пробуйте, все пробуйте, без остановки, просто вот на постоянной основе. Не подходит... Попробуйте что-то другое. Можно даже кардинальное направление не менять, а просто изменить, там, допустим, подход к условно тому, в чем вы пытаетесь себя найти. Анастасия Терехова, Наталья Китова, Рустам Рузеев. Тобольское время.